Может, пойдем заплатим? Штраф. Ну, закрой это и все. Одна нахуй! Вот пиздюк. Стой. Вообще... Там черным по белому написано. Мишка, крану не расстраивайся, не повезло, это повезет в чем-нибудь другом. Продолжаем, что у нас еще осталось несколько минуток до конца часа. Чем добьем? Пускай это будет шейки, бумбастика. А потом откроем новый час. Кавра! Нихуя себе, тебя так называется. Чем рулетка или не? Смотри, что у них там пришло. Ой, класс. Что? Смотри, он пистолет, бля, пиздец. Да вам пистолет, у него же какой-нибудь травматик. Ну он дебил, он, представляешь, вот... А что он сделал, блядь? Если так встретиться с чуваком... Слушай, он просто здоровый. Он по нему вообще видит, что он, блядь, больной. На всю голову. Реально. Подмосковный. Спасибо деду за победу, блядь. Еще написано. Спасибо уроду. Он таксист, походу, да, Антон? А, продолжение банкета. Угу. Продолжение банкета? По-моему, да, сейчас это все подойдет к нему. Точнее. О. А это мы видим просто, ну, мне нужны, да, заняться нечем. О, все, я сижу. Смотри, у нее пистолет у бабы. Они еще вообще шли оба с ума сошли? Еще вместе, что ли? Да, уж, они шли, ты Потише, он не поехал, чё? Ой, там две машины, Коль! Коль! Да ты, Коля, ты охерел, Коля! Всё, задел, тормози. Ну ты куда поехал? Тормози! Ты его задел, ты видишь, блядь, он едет, ты куда едешь? Тормози! Он выезжает. Ты выезжаешь, ты куда, мам? Потому что он не должен был выезжать. Ну, вот именно, кто-то и это едет, ты видишь, он выезжает. Так надо его было просто...